очень красивая, безумная работа, просто безумный труд был вложен в эту работу, огромное спасибо, очень красиво. Вот такая вот штука, чтобы спать. Давайте устроим пижамную вечеринку, короче, похуй. Спонсор данного ролика — LOL Steam Market. Здесь вы найдете аккаунты на любую платформу, например, Steam, Origin или Uplay. Удивительно, что именно на этом сайте самые низкие цены на аккаунты. Например, Prime аккаунт с CSGO стоит всего 60 рублей, а вот игра Battleground всего 200 рублей, а все остальные игры ты можешь посмотреть сам. И самое главное, что покупая здесь, ты не рискуешь потерять деньги, ведь здесь стоит система, которая автоматически проверяет продаваемый товар, а значит, получить невалидный аккаунт просто невозможно. Также вверху некоторых товаров висит красная табличка. Если вы попадете на такой товар, советую ее прочесть. Но ссылка на этот замечательный сайт в описании. У меня сломалась это самое, сломалась камера, и я теперь буду стримить с этой и копить, наверное, новую. Вот, потому что прям сломалась. Зацените мой маникюр! Мой маникюр! Казалось бы, при чем здесь? Какого маникюра? Что? Го роспись на стене. Ссылка удалена. П.С. Удачного стрима. Спасибо, Дэнни. Пиздец, просто что за пиздец, что за день. Спасибо огромное, спасибо, Дэнни. Это он мне на мать скинул, на мать. А, он меня, короче, называет мать, и типа на мать. Спасибо большое, Дэнни. Реально, пойдем в ванну. Валерий Меладзе, спасибо. Минус 5, парни, минус... Спасибо большое, Дэнни. Ребята, Дэнни, походу, присоединяется к нашим шуткам. Присоединяется к нашим шуткам Дэнни Дэйр. Вызываем на ринг Дэнни Дэйра. Спасибо тебе огромное. Только что Дэнни подарил мне 55 тысяч на новую камеру, такую же идентичную. Спасибо большое, Дэнни. Завтра поеду, куплю такую же камеру. Сломанную выброшу нахуй в окно на видео. И надеюсь, она соберет много просмотров. И это, да. Вот. Не, да, ой, нет, Неля, прости, пожалуйста, Неля. Перевожу все твои донаты в литры азота. Сегодня задоначено 95 литров азота. Вегас, блядь, с этими шутками. Нет! Нет, я не испугалась! Хуй там! Нет! Я не испугалась! Спасибо вам огромное, ребят! Правда, ну огромное вам спасибо! Ну искренне, правда! Еще 12 литров азота! Спасибо! Минус 5! Плюс 12, парни! Спасибо тебе огромное! Спасибо, Георгий! Спасибо, Дэнни! Блять, два баллона, блять! Ой, два баллона! Обменяй испорченную камеру на баллон, не надо выкидывать. Бревно получишь. Спасибо! На баллон, ребят, ключевые слова есть на баллон. 12 литров азота. Спасибо! Обменяй испорченную камеру на баллон, блядь! 100 литров азота челлендж. Это пиздец! Парни, на next стриме... На next стриме, короче, я буду сидеть с этим... С шарами.
Я вам обещаю. Next stream будет под шарами, ребят. Все, вот если я сейчас не сдерживаю свое слово, то я пиздоболка. Завтра, что у нас? Завтра суббота. Завтра в субботу стрим в 7 часов вечера. Если я завтра буду без шаров и не под шарами, то забейте, блядь, вообще. То я пиздоболка, нереально. Нет. Слышите звук? Это моя вагина захлопнулась. Мать, если честно, то это по-человечески жалко. Пожалуйста, сделайте клип! Сделайте клип! У тебя охуенно захлопнула пизда. Дэнни, слушай теперь меня, ладно, без приколов. Хорошо, слушай меня. Я тебе говорю как человек, да, которому тоже было очень жалко. Я написала искренне этому человеку в личку, что вот, это пиздец ситуация, мне тебя жаль, там типа... Я понимаю, что это пиздец, у меня никогда такого не было, но просто я понимаю, как девушка, да, что это пиздец. Это, ну, это потеря вообще жизни, мне кажется. Особенно, если это происходит в интернете, да, об этом можно очень долго рассуждать. Но мне было этого человека искренне жалко от всей души. И когда я заранее знаю о том, что там будет слив, не слив, вот даже вот новый слив, что вышел, это там типа не мята, она вам не мята. Я написала этому чуваку, что никто, даже она не заслуживает сливов адресов, номеров и чего-то суперличного. Об этом я ему сказала, потому что я так действительно считаю. Даже ебаная тварь, даже конченая тупорылая сука не заслуживает подобной хуйни. Если ты общался с человеком, вы должны друг другу доверять. Да, когда вы общаетесь близко в смысле, да, вы друг другу доверяете. И то, что происходит между вами... То, что происходит между вами, то должно и оставаться между вами. Вне зависимости от того, что друг другу кто сделал. Мне тоже искренне было этого человека жалко, пока человек не стал срать мне в тапки. Понимаешь, я никому в тапки не сру, но вот человек мне в тапки срет. Да, то есть она просто брала и срала мне в тапки, хотя я ничего ей не делала. Я ничего ей плохого не делала. Даже она начала пиздеть на стримах, что там ей что-то, огромные текста ей пишу, что-то еще. Ничего я не пишу, никому не доказываю. Я человек, который всегда пытается избежать конфликтов. Кто прав, кто виноват, мне поебать. Я всегда пытаюсь избежать конфликтов, особенно с медийными, с публичными личностями, потому что мне это не нужно. Но Таня не заставила себя ждать. Таня, если что, Морозова, вот, кто не понял, да, просто мало ли. А то мало ли кто-то подумает, что я говорю про него и кинет мне жалобу на канал, страйк и забанит меня. Мне просто это не нужно, поэтому я... Это весь разговор про Таню Морозову из 11 Б-класса, она уже учится в параллельном классе. Просто чтобы вы понимали, да, чтобы тут не было... Ничего лишнего, потому что я не хочу получать бан от каких-то левых персон за то, что я про них не говорю, да, то есть я тут никого не упоминаю, это просто моя подружка Таня, да, Морозова из 11 класса, стримерша, тут ничего такого нет, я думаю, вы это понимаете, просто я искренне это говорю, вот, вам. Ну так вот, я тоже считаю, что такого никто не заслуживает, что жалко должно быть человека. Мне было жалко до той поры, пока человек не стал срать мне в тапки. Поэтому, Дэнни, есть люди, которые действительно, наверное, заслуживают подобной хуйни. Я думаю, есть такие люди. Меня переубедили. Я не ожидала, что люди могут быть настолько говном в столь юном возрасте. Все, ребят, думаю, можем продолжить смотреть ролик. Я извиняюсь за такую ставку, извиняюсь за то, что я вообще, в принципе, прокомментировала данное дерьмо, но... К сожалению, к огромному, к моему сожалению, вот так получается. Мне жаль, мне очень жаль. Горжусь тобой, мать. Спасибо, Дэнни. Это пиздец. Просто пиздец. Это просто пиздец. Спасибо, Дэнни.
Я вот понимаю, что он это делает искренне, потому что хочет мне помочь. И спасибо тебе огромное, Дэнни. Правда, огромное спасибо, ты знаешь мое отношение. Спасибо, мне это было сейчас нужно. Спасибо большое. Мне похуй абсолютно. Первый подарок! Это вот такие чупа-чупсы мини. Мне их очень много, как вы видите, потому что мне подарили их. Да, вот. Далее. Печеньки Орео. И еще печеньки Орео. Короче, печеньки. И чупа-чупсы. Самый, конечно, главный подарок для меня со стримфеста, это был вот этот вот подарок. Сейчас я вам покажу. Вот самый мой любимый подарок со стримфеста. Очень красиво. Просто очень красиво. Спасибо большое. Не знаю, кто такая Ксюша. Ксюша, не знаю. Очень красиво. Безумная работа. Просто безумный труд был вложен в эту работу. Огромное спасибо. Очень красиво. Очень. Для меня это, наверное, один из самых, ну, таких пиздатых подарков со стримфеста. Дальше мне подарили вот такую хуйню. Такую вот хуйню мне подарили на глаза. И нарисовали тут что-то. Паука. Короче, это хуйня на глаза. Привет, зайка, спасибо. Привет, давно тебя не видела, кстати, еще на канале. Вот такая вот штука, чтобы спать. Давайте устроим пижамную вечеринку, короче, похуй. Вот так. Так, мне подарили атаку титанов. Подарили атаку титанов, короче, мне. У меня вот тут манги. Всякие. Вот манги. Короче, манги дохуя подарили. Вот. У меня уже очень много манги, на самом деле, именно от подарков. Вот. Не знаю, я не буду читать это, просто я не люблю. Мне подарили мерси, что пить чаёк. Спасибо огромное, я очень люблю шоколад, очень люблю все, что связано с едой. Мне подарили маршмеллоу, это из Америки. Адам, стример, мне подарил. Вот. Подарил, короче, мальчик маленький, он пришел с бабушкой или с мамой, и подарил мне, короче, вот такого, такую Пикачу. Такую. Такую Пикачу мне подарил. Вот. Ага. У меня тут дохуя хлопьев миниатюрных, это все было в одной пачке, это все американские хлопья, короче. Вот такие всякие. Ну, короче, это все просто американские хлопья. Вот. Их тут очень много, я не вижу смысла их показывать. Вот так. Вот. Что дальше? Дальше тут что-то со вкусом шоколада. Очень пахнет сильно шоколадом. Безумно. Прям шоколад-шоколад. Тут внутри вот такие вот конфетки, короче. Это тоже с Америки. Но запах у них отменный. Я их не пробовала, просто открыла посмотреть, что там. Но запах это просто отменный запах. Ну, а вот это я вам все показывала. Вяленая свинина, оленина, короче. Ну, хаки тут очень много. Наверное, создается и так. Такая хуйня создается из-за большого количества этого. Хлопьев. Ну, короче, я еще половину съела. Такая масочка. Но это мне Макс подарил. С которым ХДВС. Вот. Вот так вот, ребятки. Вот. Два аирдропа еще у меня было. Куток бас полный, в общем, по итогу. Блять, ребят, так голова болит. Может, стрим закончить? Пиздец, так голова болит. Ёбаный, ребят, что-то, знаете, мне кажется, сегодня настримилась, у меня так голова болит, ну пиздец. Я что-то, мне себя так плохо чувствую, у меня, знаете, реально в вены резать хочется просто. Блять, так себя хуёво чувствую, но я уже не знаю, куда мне деться, ребят. Я уже реально в ахуе, куда же, блядь, ну куда мне пойти, вот вы не знаете? Я просто уже, не знаю... Так хочется пойти, подуть шаров уже наконец-то. Я уже заебалась этих стримить. Пришли, зашли, блядь, думают, самые пиздатые, сидят, смотрят. Хуй вам, блядь! Хуй вам! Ой, это, ребят, была сценка такая у меня нереальная, азотная.